Прошлые выходные я пересадила к металлическому забору свои туи. И мне мой сосед сказал, что они сгорят от горячего забора, и что нужно обязательно сделать какой-нибудь термос. Я попросила мужа сделать на подвесках мне такие щиты из старого штакетника. Мы недавно заменили забор на металлический с улицы и с переулка на профнастил сплошной. И вот теперь у меня за каждой туей муж сделал вот такие вот щиты. Они подвешены на проволоку из дерева, чтобы не перегревались сами кустики. Вот такая вот красота. Вот он следующий. Еще один. Я буду спокойно хотя бы летом, что все это не сгорит. Вот еще, потому что забор действительно градусов 60, наверное, нагревается. И молодые туи могут вполне себе сгореть. Вот так вот у меня. Ну, в общем-то, вот таким образом до конца забора у меня сделаны такие щиты под каждую тую. Вот так они висят. Сейчас покажу. Вот на таких крючочках металлических они подвешены. Собственно, это можно будет снять, когда туя вырастет.